Безопасность превыше всего, тем более, когда это касается детей. Рабочая неделя в поселке Внеисок началась с проведения дорожной акции «Родительский патруль» при участии Одинцовской госавтоинспекции. Данная акция направлена на привлечение внимания родителей к безопасному подвозу детей к образовательным организациям, а также, чтобы напомнить и помочь ребятам, которые идут пешком до школы, правильно и безопасно перейти проезжую часть дороги. Подобные мероприятия – результат активной работы представителей родительского сообщества с юными инспекторами дорожного движения школы «Дружба». В ходе акции дети раздавали информационные материалы, обращая внимание своих сверстников и их родителей на то, что соблюдать правила дорожного движения должен каждый. Вот вы видите, что сегодня достаточно активно мы вышли на работу. Огромное спасибо, что к нам присоединились сотрудники ГИБДД. Конечно, вместе с ними это все намного легче и продуктивнее. И еще мы раздаем световозвращающие элементы для детей, чтобы они могли их и надеть на какие-то там элементы одежды прикрепить, и на ручку браслеты. С наступлением осени ситуация на дорогах осложняется тем, что на улице рано темнеет. Сотрудники ГИБДД настоятельно призывают всех граждан быть внимательными на дороге, носить световозвращающие элементы и своим поведением показывать пример детям. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».